У Иисуса Христа, кроме первых 12 учеников апостолов, были и другие последователи. Евангелие от Луки описывает, что после преображения Господня, последний год земной жизни Спасителя, Он призвал 70 других учеников. «Жатвы много, а делателей мало». Так Христос обратился к ним. Сегодня Церковь празднует Собор Святых 70 апостолов и вспоминает их. Не все имена этих 70 известны нам из Писания. Многие сохранились в Священном Предании. К ним относят, например, евангелистов Марка и Луку. Включают в это число 70 и обращенных 12 первыми учениками, в частности, последователей апостола Павла. Все 70 прославились тем, что после сошествия Духа отправились на проповедь Евангелия в самые разные уголки мира. Многие из них стали узниками за Христа. Многие приняли венец мученической смерти. В течение года совершается память каждого из 70 апостолов. А сегодня их почитают всех вместе, в знак того, что дела каждого равно важны для Церкви. Апостоли, мученицы и пророки, святители, преподобные и праведные, добрый подвиг совершившие и веру соблюдшие, есть новее.